Ребят, привет! Все чаще появляются сообщения о новых мошеннических схемах, с помощью которых злоумышленники завладевают автомобилем. Например, в Петербурге участились случаи угонов автомобилей у таксистов. Вот как это происходит. А вот и мое такси. Здравствуйте. Здравствуйте. На Восстание? Да. Поехали. На самом деле, мне все равно, куда мы едем. Итак, обычно угон такси сопровождается насильственными действиями. Водителя оглушают, связывают. Что, простите? Сделайте, пожалуйста, похолоднее, что-то здесь жарко слишком. Так вот, в последнее время угонщики используют более изощренные и менее травматичные методы. Вы это слышите? Ай, слушаю тебя внимательно. Что-то стучит у вас в машине, говорю. Да не может быть, новая машина хорошая. Но я вам точно говорю, стучит что-то в машине. Ай, что ты мне говоришь? Говорю тебе, новая машина хорошая, я ее проверяю, люблю, мою, целую эту машину. Так, слушайте, остановите машину, пожалуйста, и посмотрите, иначе я с вами дальше никуда не поеду. Эта женщина что делает? Я не пойму. Сейчас разберемся. Ух. Эй, что эта женщина говорит? Что она говорит? Машине 3 недели, слушай. Что может... Воу-воу, стой! Эй, воу-воу-воу, куда? Эй, Вася, куда поехала? Ну что ж, у меня совсем немного времени. Для начала нужно избавиться от всех этих гаджетов, чтобы нас не вычислили. Не поможете мне? Такая ситуация. Машину украли, телефон украли. Надо позвонить в милицию. Что за люди? Молодые люди, не поможете? О, кто поможет этому человеку? О, что делать? Что делать? О. В общем, это достаточно простой, но действенный метод. Выманить водителя из автомобиля довольно легко. А с помощью приложений такси можно еще и увидеть, какая машина приедет. Как же защититься от этого? Во-первых, просто быть внимательным и осторожным. Во-вторых, конечно, не оставлять ключи в замке зажигания. И в этом случае поможет противоразбойный иммобилайзер с меткой. Метку нужно хранить отдельно. И даже если угонщик украдет ключи, далеко у него уехать просто не получится. С вами была Марина Марсо, агент угона нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, берегите себя и свой автомобиль.